Меня зовут Тамара Натановна Эдельман, и я представляю здесь вот эту, по-моему, очень симпатичную книгу, которая называется «История России в картах», которая издана издательством «Пешком в историю». И главная идея этой книги – соединить карты географические с историческим повествованием и сделать карты не скучными просто бумажками, а такими живыми изображениями, с картинками, с врезками, рассказывающими о разных увлекательных вещах, происходивших в том или ином веке. И показать русскую историю не отдельно от всего мира, а на фоне мировой, европейской, в связях с тем, что происходило в других местах. В нашей стране обычно, да и не только в нашей стране, география и история обычно существуют отдельно. Есть историческое повествование, но к нему, может быть, какие-нибудь карты сухие приложены, которые быстренько перелистывают и все. А здесь карта живет, она наполнена историей. И она при этом она сделана так, может быть, можно показать картинку, да? Она сделана так, чтобы это не была просто абстрактная карта вот, с условными обозначениями, а чтобы здесь уже появляются вот, какие-то герои, которые действуют во врезках, в тексте, появляются какие-то образы, характерные для этого века. То есть она... Ну, в общем-то, старается оживить историю, скажем так, и географию.